Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим штатную камеру заднего вида для Honda Accord с 2008 года от компании Falcon, модель SC012 HCCD170. Поставляется она в фирменной упаковке. Давайте посмотрим комплектацию. Так, здесь находится сама камера, по бокам подсветка, имеется диодная. Вот полностью герметично заклеенная камера, пыль-влагозащищенная. Вставляется она в задний плафон подсветки номера. Подключается на питание 12 вольт через разъем. И также есть видеовыход. И отдельно подключается также на 12 вольт подсветка по бокам, которая у нас идет. Вот. Далее в комплекте удлинитель видеосигнала 5-метровый, кабель подключения питания, двухсторонний скотч для крепления, также документация, небольшая инструкция с характеристиками и оригинальный гарантийный талон. Вот. Давайте сейчас мы подключим камеру на питание и посмотрим, какое изображение она выводит. Подключили камеру мы на питание, видим изображение на мониторе с нее. Парковочная разметка вспомогательный такой вот бонус имеется. Здесь разрешение камеры 640 на 596 пикселей, довольно-таки четкая, хорошая матрица здесь установлена HCCD. Используется 480 ТВ-линий, также система NTSC и угол обзора 170 градусов в данной камере. Довольно-таки неплохие характеристики, ну, как мы видим, все четко и хорошо выводит изображение. Вот, при покупке на данную камеру распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. Дополнительные характеристики и стоимость данной камеры вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.